Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня делаем обзор товара, который мы получили от фирмы «Пекарь-кондитер». В Харькове находится она. Когда была возможность попробовать, мы попробовали их товар прямо на месте. Теперь мы заказали посылочку. Смотрим, что нам пришло. «Пекарь-кондитер» очень аккуратно все упаковывают. Вес мы проверяли, очень точный. Вот, цукаты, ананасы цветные. Красители. В основном мы у них берем для себя то, что нам нужно для здорового питания. Как видите, кунжут. Вот, очень аккуратно все упаковано, герметично. Качество замечательное, потому что использовали уже у них кунжут и раньше. На запах отменно. Никаких прелостей. Горчинка тоже, может быть, если и будет присутствовать, то небольшая, потому что предыдущая партия была с небольшой горчинкой, но нас устроила, потому что у них замечательная цена. И не могу сказать, что у них халатное отношение к своим потребителям. Арахис по скидке, семечки в большой упаковке. То же самое были по очень выгодной цене. Мы взяли попробовать первый раз, правда, семечки. Арахис уже брали раньше. Финики тоже берем первый раз. Вот. Ой, аромат вообще супер. Даже не открывая пакет. Чувствуется свежие. Ну и цена на них тоже очень симпатичная. 51 гривна. Вот такие вот замечательные финики. Изюм тоже был по скидке. Смотрим внутрь. Ну, аромат не скажу, что резкий, сильный, свежий, но изюмом пахнет. Нормальный изюм, не слипшийся. Это темный изюм, который у них на сайте. Чернослив тоже был по скидке. Чернослив резкого запаха не имеет, жирный. Вот. Но так как его уже мы пробовали, тоже доверяем качеству. Смотрим дальше, то, что не влезло в коробку. Накладная, замечательно. Теперь мы можем посмотреть цены. Светлый изюм. Чуть дороже он по цене у них. Вот. Ой, очень приятный запах. Видно, вообще свежий. Замечательно. Сухое молоко взяли на пробу, обезжиренное. Будем пробовать первый раз. Посмотрим, чем пахнет. Ну, нейтральный запах, практически ничем. Следят за качеством, очень приятно. О, замечательно. Это у нас сушеный инжир. Без сахара, без обработок. У пекаря-кондитера очень много есть сублимированных фруктов. Хочется, конечно, чтобы было и дешево, и безопасно для здоровья, поэтому насчет этого у пекаря-кондитера есть много возможностей, что выбрать. Ну и как видите, самая дешевая, которая у них была на сайте, курага. Вот такая вот замечательная курага. В прошлый раз брали, съели очень быстро. Новая партия, сейчас попробуем. Запах очень приятный, свежий. Спасибо пекарю-кондитеру, доставили быстро, качественно, все как мы заказывали. От 899 гривен, у них бесплатная доставка, поэтому это все мы заказали по бесплатной. Подписывайтесь на канал, до новых встреч!